Производство наше находится во Всеволожском районе Ленинградской области. Основное производство находится в Иваново. Это Ивановская область. Мы представлены во всех сетях, за исключением, пожалуй, что Нетто и Дикси. То есть ассортимент в разных сетях, конечно же, различен, но так или иначе мы представлены по всему городу. И это касается не только сетей, это касается и магазинов премиум-класса, таких как «Глобус Гурме», «Универсамы» всевозможные, в небольших магазинах. То есть наш хлеб можно найти везде. В других регионах мы также поставляем наш хлеб в Московскую область, во все города областные: Ярославль, Тверь, Кострома и так далее, Нижний Новгород. В Петербурге мы также охватываем полностью весь город и охватываем все регионы вблизи, в радиусе 200 километров от города. На этой выставке мы представляем свою линейку хлебов, весь ассортимент натуральных бездрожжевых хлебов ручной работы. В первую очередь это, конечно, линейка традиционных латвийских хлебов, вот они представлены здесь наверху. Это то, с чего компания начинала 11 лет назад, когда латвийские технологи приехали в Россию для того, чтобы дать людям аутентичный продукт, тот, который люди каждый день потребляют в Латвии. Но одним только этим ассортиментом не ограничивается ассортимент нашей компании. Также появились дополнительно хлеба, которые, так скажем, по нашему и по общему мнению, были бы интересны потребителю. Конечно, все хлеба в основном нацелены именно на здоровое питание. То есть помимо того, что в хлебе нет дрожжей, весь хлеб приготовлен на заквасках. Помимо этого, в состав всегда включается цельнозерновая мука, включается цельное зерно, отруби, пшеничные хлопья, ржаные хлопья, овсяные хлопья. То есть все то, что в хлебе должно приносить пользу. Необычный хлеб, пожалуй, что на данный момент это хлеб гречневый. Эту новинку мы как раз привезли на выставку, в сетях его еще в магазинах нигде нет. Мы презентуем, собираем мнение от людей, но, скажу вам честно, пока ни одного негативного отзыва мы не получили. Хлеб приготовлен на гречневой муке с добавлением гречневой крупы. Опять же, на заквасках, все натуральное, без консервантов. Хлеб очень вкусный, поэтому, я думаю, скоро вы сможете увидеть его в магазинах. Выставка интересная. Может быть, хотелось бы, чтобы она была немножко побольше, но из тех, кто представлен, очень много появилось новых деловых партнеров, потенциальных деловых партнеров. Получили много контактов, много уже обменялись какой-то информацией полезной, поэтому, я думаю, по результатам выставки, конечно, какие-то партнерские отношения будут налажены. Планы развивать имеющийся ассортимент, делать новинки. Мы постоянно ведем исследования в плане здорового питания, пытаемся как-то улучшить уже существующий ассортимент, придумывать что-то новое. Конечно, мы не стоим на месте, потому что рынок достаточно динамичный, спрос людей постоянно меняется, люди хотят что-то новое, что-то интересное, но при этом, чтобы это обязательно было все-таки полезно и натурально. Поэтому мы стараемся эти направления все совместить и делать тот продукт, который будет востребован, вкусен и полезен. Есть собственный контроль качества, есть компании, которые занимаются аудитом на производстве, аудит в плане санитарии, в плане охраны труда, поэтому все это на регулярной основе проходит на всех наших предприятиях.